Так, ладно. Когда там был последний видос? Месяц назад. Адекватный видос 2 месяца назад. Понятно. Ладно, всем привет, и сегодня у нас обзор на Cult of the Lamb. Возможно, вы не слышали об этой игре, что странно, так как она довольно сильно хайповала при выходе. Это роглайк, или рогалик, кому как удобней, рассказывающий нам о приключениях ягненка и о том, как он создавал собственный культ. Игра вышла 11 августа 2022 года от разработчика Massive Monster и под издательством Devolver Digital. Примерное описание я вам рассказал, теперь приступаем к обзору. Графика тут красивая, как вы в принципе и видите. Да, она минималистичная и в 2D к тому же, но это не отменяет того факта, что она милая и красивая. Да и к тому же для рогаликов графика не самая важная часть игры. Музыка здесь просто божественная, можно танцевать под нее хоть целый день. Вот, сами послушайте. Сюжет здесь прост. Вас, как представителя расы ягненка, ведут на смертную казнь. Ведь в пророчестве говорится, что один из ягненков освободит тот, кто ждет. Но когда вас убивают, вы не умираете, как бы парадоксально это ни звучало. Вы попадаете к тот, кто ждет. И он дарует вам силу, чтобы основать собственный культ и помочь ему освободиться. Сюжет здесь простенький, но опять же в рогаликах не самый лучший сюжет в принципе. Геймплей здесь хороший, его много, он разнообразный и он неплохо проработан. Вы можете ходить убивать епископов, это главные боссы разных локаций, или боссов для разблокировки епископов. Или вы можете рыбачить, строить различные здания для своего культа, разблокировать новые скины для последователей, новое оружие, новые проклятия, это то же самое, что способности, и новые постройки. Ну то есть геймплея вам хватит на часов 20. Ну, это, конечно, если вы будете проходить игру на 100% достижений. Да, и вот ради этого я пропадал на месяц. Почему обзор получился настолько коротким? Отвечая на ваш немой вопрос, я играл 2 месяца назад и проходил игру на 100% достижений, из-за чего игра выжила из меня все эмоции. Ну ладно, всем пока. Я пошел делать другой видос. Надеюсь, я не пропаду на месяц.